теплица закрыта. А в этой закрытой теплице сидит девица красная. Вон она, эта девица красная. Эта девица красная. Сейчас начну меня ругать, потому что я ее закрыл в этой теплице. Здравствуй, девица красная. Я про тебя забыл, закрыл тебя и ушел. Лапник, да, сейчас оттуда принесу тебе, девица красная, лапник зеленый. Я сказала побыстренько. Это волшебное слово у нас в себе, побыстренько. И поехал поехал купец за дальние те леса, где водятся вот такие зверюги дикие. Соха, пойдем. Отобрал у злых духов лесных лапнику зеленого. И везет он это девице красной. Но не все это солнышко, что встает. И вот одна из сестер Романовых, Катя, помаши людям ручкой, рвет и мечет сено. Мы сейчас раскладываем сено, всем утепляем. Утеплили дикобразов, утеплили нашего вороньятик. Вот. Сарочки теперь тепло. Коруза вредничает. Ну ладно. Слышу, как бьется девица красная в теплице темной. Ой. А нет, это ворона. Я думал, вот думал, Миша прилетел. А вот старшая из сестер Романовых. Где? Тут-то. Тут-то. Так. Чую, чую, фырчунюшку, чую. Да. Что, выпустит тебя, девушка? Вот, привез я тебе, девица красная, лапнику зеленого. Кто заискрил что-то? Ну что у нас может здесь заискрить? Ага. Радует. Так, я пошел, посмотрю, что тут заискрил. И свершила подвиг красная девица, загрузила лапник зеленый в темницу, в теплицу темную. Да, 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 да. Кто такой? Рыжка, Фиона. А? Вот, положили еще лапник, ой, этого самого сена Черномору. Я не знаю, рад он этому, не рад он этому. Как-то не особенно. Тогда место еще меньше стало. Да, да, да. Вот он очень любит собак. Очень любит собак. Да? Ты и мой мальчик. Так, надо прийти лопату снега подбросить. К енотам? К енотам. Что там ваша сестра старшая делает? Баннеры декораций моего спектакля вещи пригодились, как оказывается, в качестве перевозочного средства.
Что вы там делаете, гражданка? Вам заняться нечем, да? То есть вот это вот. Ага. Вот мне вот. Так, все. Ну и кто к ним туда пойдет? Есть тот сумасшедший? Да. Да? Индосы. Так, пошел я на смерть смертную, на жуть жуткую, на лють лютую. Почему ты можешь взять? Да, сейчас я. Так прорвемся. У Юлии Сафучика есть книга-репортаж с петлей на шее. А у меня репортаж с енотами на страже. Все? Вот. Значит, устройство у нас такое. Здесь у них спальня. И вот тут же. Тут же у них. Они здесь едят, специально полочки сделаны. Да, Степочка, вот наш отец-героин. Вот. А здесь у нас, у них спальня. Я им делал, в принципе, как бы предполагалось, что будет вот по этому, по этим штуковинам будет разделяться на две части, что с одной стороны будут жить одни, с другой стороны будут жить другие. Но не случилось. Сейчас мы заглядываем с вами в святая святых. Вот там они прогрызли. Прогрызли ход между двумя отделениями, и теперь они там тусят. Сейчас под страхом смертной казни и быть покушенным, укушенным, я буду туда им закладывать сено, чтобы этим хорошим, замечательным животным, добрым и таким ласковым жилось, спалось теплее. На шалаше Крупского обнаружены наскальные рисунки племени майя или наска. Что ты, красотка? Умяла? Умяла еще? Пол ведрышка морковочки, да? Ты моя лапочка. Так, операция синовальный пиндос закончена. Вышла девица красная. Весь лапку стрижешь? Нет, там еще чуть-чуть осталось. Надо это остановить. Они там уже куда? Они уже не знают, куда придумать. Почему есть куда? А, это у меня бедная фантазия, а у женщин фантазия богатая. Вот иди спрашивай, куда они носили. Я не знаю. Так, ну, так я... А, птица, Серег, там надо несколько человек. Один держит, другой... Ну да, один держит, другой... Поэтому никто не снимает. Что? Черномор, иди скорее. Иди, иди, покусаемся. Иди, покусаемся, мой мальчик. Иди скорее. Иди скорее. Иди, мой красавец. Иди. Иди, иди, что ты бежи пришел? Что? Там он черноморушка, ему тоже скучно, его тоже поиграть хочется, да? Мы
не кормим ментовидок. Они у нас уже как спать легли. Филя. Филя, тебя сейчас будут осчастливливать. Сейчас как вломятся к тебе, если смогут открыть дверку. Как накидают тебе сено, тебе как станет тепло, ты сразу вспотеешь. Печеньки уходят как в сухую землю. К Яре. К Яре. Что ты к Яре? Печеньку хочу едать. Кому? Яре? Она кушает ничего. Да? Ничего. Уже проверено. Они научили нашу волчицу плохому, она печеньки у них кушает. Я всегда обожаю, когда Вероника Георгиевна включает саму серьезность. И прямо такая вся серьезная-серьезная. Со, ходи, со. Поехали. Да куда ехать? Тут попа стоит. Ну, ну, нет, нет. Ну. Со, иди. Ну, мама. Ну, ты ехай, ехай, она пойдет. Я можно я пройду? Сохонька, пойдем. Вылезла у кого-то. Соха, Сох, пойдем. Злые тетки, они, да, они тебя не любят, как я. Да, ты моя радость. Да. За печеньку мы даже маму продадим, а? Ах ты. Ладно. Тут у нас пошла такая движуха, что я сказал, сейчас фильм делать хорошо было. Вот, так, надо посмотреть, как Романова тут. Я Руся сладкоежка. Ладно. Спасибо за помощь, люди добрые. Спасибо, что смотрите. Вот, видите. Ха. Три девицы. Филиятник. Две запихивали сено. А самая умная девочка жевала кустики. Всего вам доброго.